Кстати говоря, исходя из многочисленных обращений по поводу цен, я должен сказать, что мы изучили ситуацию, она на самом деле не только у нас в регионе тревожная. Мы завтра будем проводить совещание по ценообразованию. Результатом этого совещания будет создание комиссии, которая будет регулировать цены. Наверное, на эту комиссию мы в том числе возложим и ведение прямой линии с населением, для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на те или иные вещи. Потому что, к сожалению, у нас по некоторым отраслям наши земляки хулиганят с ценами, мягко говоря. Этого делать нельзя. Этого делать нельзя. Нужно думать не только о себе, но и о тех, кто тебя окружает.